Предлагаю вашему вниманию отличный летний салат из баклажанов, яиц и маринованного лука. Блюдо очень простое, но гармоничное и насыщенное, напоминающее вкус грибов. Перед подачей поставьте салат на 15-20 минут в холодильник. Маринованный лук придает пикантную кислинку, яйца бархатистость, а баклажан вкус грибов. Обязательно попробуйте этот салат. Столовые недорого, а удовольствие масса. Баклажаны помойте и очистите. Нарежьте баклажаны кубиками и выложите на горячую сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте до золотистого цвета. Посолите по вкусу. Репчатый лук очистите, помойте и выложите в миску. Залейте водой и уксусом. Дайте постоять 10-15 минут. За это время лук подмаринуется. Выложите жареные баклажаны в салатник. Яйца сварите вкрутую, очистите и мелко нарежьте. Добавьте в салатник к баклажанам. Добавьте маринованный лук. Поперчите салат и, если нужно, посолите. Заправьте салат майонезом. Перемешайте. Замечательный летний салат с баклажанами и яйцами готов.